Хей-хей-хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием «Хорошая пицца, отличная пицца». И сегодня у нас с вами новый ивент. В первую очередь давайте, наверное, пшеничное тесто хочется, наверное, оставить на следующий видос. Мы как раз подкопим еще немножко, а то сейчас опасно его покупать. А сегодня у нас с вами День Святого Валентина, друзья. День Святого Валентина, это значит, что покупаем новые всякие украшательства. Плюсом я немножко задонатил и, соответственно, могу вам показать еще кое-что интересное, что вы увидите, когда мы с вами придем в нашу пиццерию. Пицца Маргарита. Так, давайте что-нибудь купим себе интересного. Мне и так много денег, поэтому я так думаю, что куплю что-нибудь одно за деньги вот здесь. Неоновый почтовый ящик. Давайте возьмем неоновый почтовый ящик. Выглядит прикольно, на мой взгляд. Он под неоновый стиль подходит, мне кажется. Или взять все-таки банку для чаевых. Вот такую красивенькую. Сейчас она у меня, в принципе, тоже цветочная. Поэтому я не вижу особого смысла покупать почти что такую же. Давайте возьмем, наверное, реально этот стикер, это что такое? Слушай, мне больше нравится стикер. Давайте купим стикер, нормально, прикольно выглядит. Это будет знаком того, что у нас как бы идет вообще-то День Святого Валентина. Прикольно, прикольно. Букет Валентинка у нас куда отправляется? Ага, вон он там стоит. Слушай, мне тоже нравится. А за 12 еще что-нибудь есть прикольного? Что мы можем купить? О, и мерцающая драпировка под... Ох, вообще, давай. Все, все покупаю, ребят, все покупаю. Ну и погнали, посмотрим, что же будет у нас с вами в пицце. Я же кое-что опять же задонатил, дорогие друзья. Это будет прикольно. Так, задание есть, сочарт есть, ивент есть. И доставка для вас, подпись не требуется. Тоже забираем стикер, раз, это два, это три. Так, а где у нас то, что я купил? Привет, как у тебя дела? Счастливого дня, Святого Валентина. Спасибо, на самом деле, можем ли мы поговорить секунду? Конечно. Так, мы с Флорой встречаемся уже 2 года, и все идеально. У нас было много хороших воспоминаний, и мы хотим гораздо больше. Так мило. Я думаю, что она единственная... Я имею в виду то, что я хочу жениться на ней и привести с ней остаток жизни. 2-й год годовщины, хорошее время для продвижения вперед. Но я просто не знаю, чувствует ли она то же самое. Спроси ее. Я могу, но я просто хочу быть на 100% уверенным в том, что она тоже хочет перейти к следующему этапу, прежде чем я расскажу ей об этом. Понятно. Мне нужна твоя помощь, чтобы выяснить это. Что ты скажешь? Люблю помогать. Спасибо, позволь мне привести в порядок свои мысли, и я вернусь позже. Пока. Так, Кевин хочет задать этот вопрос, понятно. Слушай, ну не знаю, успеем ли мы как бы завершить эту историю, но я постараюсь. Так, хорошо. Надо эту историю завершить, хотя бы. Бекон в глазах смотрящего, я хочу на это посмотреть. Разрежьте ее пополам 4 раза. Беконная пицца пополам 4 раза. Не вопрос. Звучит довольно-таки просто. Бекончик у нас с вами здесь. Наши бантики красивые, замечательно. В принципе, я, кстати говоря, не вижу то, что я задонатил. И у меня такое ощущение, ребят, что чтобы это появилось, мне нужно еще кое-что купить, если честно. У меня вот реально такое ощущение. Потому что, судя по всему, короче, блин, я не знаю, даже говорить вам или нет. Это все-таки должно было бы быть сюрпризом, но по ходу дела нужно все-таки купить кое-какую штуку. Я могу посмотреть здесь? Так, горшки, скины начинок, День Святого Валентина. Нет, здесь я не вижу, это в конце дня, короче, посмотрю, смогу ли я это устроить. Бекон, держи, пожалуйста. Замечательно. Да, короче, вот там вот это должно было быть на заднем плане, но я сейчас этого не вижу. 2 пиццы с фруктами, грибами и морепродуктами. Фрукты, грибы, морепродукты, разрежьте пополам. Фрукты, грибы, морепродукты, пескетарианские. 2 пиццы с фруктами, грибами. Так, ну мне в любом случае соус и сыр нужно положить, правильно? Фрукты, грибы, морепродукты. В любом случае мы кладем с вами это. Фрукты, грибы, морепродукты. Значит, слушай, а креветки? А, у меня нет креветок сейчас. Все, тогда норм. Раз, два, три. Раз, два, три. Эти анчоусы кладем, грибы кладем, а вот с фруктами надо будет немножечко подумать, потому что здесь все с фруктами не так уж прям однозначно. Фрукты, грибы, морепродукты. Оливки, по-моему, это фрукты, если я не ошибаюсь. А вот что еще? Это вопрос. Давайте быстренько глянем в нашу энциклопедию.
Так, вот, да, креветки это тоже морепродукты, кстати, считаются. Фрукты это оливки, сладкий перец и баклажан, ребят, вот видите, то есть я не зря, так сказать, задумался, потому что здесь это все не так-то просто. Оливки есть, что там еще было, баклажан и сладкий перец. Сейчас мы все с вами быстренько сделаем. Вроде бы по времени успеваем, 73%. Вроде бы нормально, не то чтобы мы идеально раскладывали, честно уж признаться. Конечно, можно было бы и покрасивее, но пойдет, пойдет, не страшно. Перчик у нас вообще фигурный, красивый. Я вообще считаю, что за такой перчик надо больше чаевых давать. Но это не главное, конечно. Это главное то, что мы с вами кормим наших клиентов. Раз. Быстренько отправляем Дивес. Хорошо. Вроде бы никакие... А, во, разрежьте пополам. Не зря посмотрел, потому что, честно говоря, забыл про это. Одна готова. И вторую, пожалуйста, будьте любезны, тоже готова. Пополам обе разрезал. Держи. Отлично. 7 баксов, ребят. Но это всегда приятно. Это всегда хорошо. Так, смотрим дальше. 2 оливковые пиццы. Окей, си, без проблем. Сейчас устроим 2 оливковые. Мое почтение, так сказать. Когда заказы идут по 2 пиццы, это вообще сплошное удовольствие, потому что на то, чтобы сделать 2 пиццы, уходит намного меньше времени, чем 2 заказа по 1 пицце. Вот как бы это ни звучало, странно может быть, но так оно и есть. Поэтому мне очень нравится делать заказы по 2 пиццы, ну и плюс еще и чаевые, конечно, тоже хорошие. Ну, в общем-то, одни плюсы, если уж так посмотреть на самом-то деле. Так, готово. 1 оливковая есть. Слушай, интересно, вообще смогу ли я завершить этот челлендж, вот как его, День Святого Валентина, так сказать, челлендж, потому что хотелось бы на самом деле, почему бы и нет, 2 оливковые пиццы есть, держи, отлично, 4 бакса, кстати говоря, я бы не сказал, что сильно много, но пойдет, пойдет, вообще-то, если честно, даже мало, половину ветчины и бекона, а вторая половина... Неважно, просто сыр. Хорошо, хорошо, без проблем. Звучит нормально. Блин, у меня такая красивая вот эта подставочка для теста. Мне вообще нравится. Ветчина и бекон. Окей, сим. Значит, только на 1 половину кладем. Вторая половина должна остаться нетронутой. Ветчина есть, бекончик тоже есть. За это мы получим довольно мало денег, поэтому я, наверное, уже не буду делать заготовку, потому что здесь уже не так уж много времени остается. Мало ли будет заказ на 3 пиццы без соуса там или без сыра. Лучше не рисковать, честно вам скажу. Лучше вот просто иногда лучше немножечко придержать коней, так скажем. Ну, нормально. Хорошо, и мы уже больше соточки заработали. Блин, вообще нормально, очень даже неплохо. Преступление заказать без сладкого перца и грибов. Лук, оливки, пепперони, сосиски. Ага, лук, оливки, пепперони, сосиски. Ну, логичнее сделать будет, начиная с этих. А, без сладкого перца, все, я понял. Лук, оливки, пепперони, сосиски. Пепперони, сосиски. Вообще красивые у нас, конечно, пепперошки. Мне они прям безумно нравятся. Стоп, а сердечки у нас были? Лук, оливки, погоди, погоди, погоди. Лук, оливки. Так, я что-то... Подожди. Лук, оливки, пепперони, сосиски. У нас были эти сердечки? Слушай, я почти уверен, что у нас их не было. Неужели я когда задан... А-а-а, я что, это купил? Погоди, я вроде бы другое... Нифига себе, сказал я себе, вот это да. Слушай, по ходу дела я реально купил что-то другое. А какие еще скины здесь есть? А... Ого, сейчас мы зайдем посмотрим. А что, это круто. Я как-то не ожидал. Я думал, я купил совсем другую вещь. Ладно. Блин, ремонт нужен. Блин, вот это очень досадно, если честно, очень-очень досадно. Сейчас я вам скажу, что я думал, что я купил. Это не декор, это вроде бы улучшение. Вот, я думал, что я купил талисман для пиццы со специальным скинчиком. Но по ходу дела я купил вот это. Слушай, нет, вроде бы. Хм. Странно.
крайне странно. Почему? А почему сердечки пепперони? Непонятно. Ладно. Не совсем понимаю, как это сработало, ну окей, погнали дальше. Нам нужно выполнить это задание желательно, которое нам сегодня дали. Надеюсь, что сегодня придет эта женщина, и мы с вами чуть больше... Ага, о, привет, я вернулся, я думаю, что я придумал план, который сработает. Я попрошу Флору заказать пиццу для меня завтра. Когда она будет здесь, поговори с ней немного, чтобы узнать, как она относится к замужеству. Ты не придешь? Нет, я думаю, она все поймет, если я буду здесь. Аргументировано. Спасибо, друг, я вернусь позже. Давай. Ладно, смотри, то есть здесь это одно видео у нас, это два, это три, это четыре. То есть мне нужно выпустить четыре видео для того, чтобы выполнить полностью это задание. Ребят, лайков нужно прям понаставить, чтобы я его выполнил. Пицца с половиной пепперони и другой половиной просто соус. Без сыра или пепперони на одной половине. Ага. Интересно. То есть... Одна половина просто соус, а другая сыр, еще и пепперони. Кажется так, если я правильно все понял, то как-то вот так это должно все выглядеть. Слушай, прикольно выглядит, вообще офигенски. А почему? Откуда? Я вообще не понимаю. Может быть, конечно, это просто так бесплатно всем раздали? Напишите в комментах, ребят, кто знает, потому что, честно признаться, я пока что не очень понимаю. Но главное, что у нас оно есть, конечно, это самое основное. Так, хорошо. Но, видимо, да, я задонатил на штуку, которую я не могу сейчас купить, потому что мне для этого нужен чубрик, который там будет стоять. Но я вам потом ее покажу, ребят, это 100%. Потому что не зря донатил, я надеюсь. Половину с фруктами и грибами, другую половину с мясом. Окей. Одну половину с фруктами и грибами, другую с мясом. Давайте начнем с того, что с мясом, она попроще. Ну, грибы тоже можно разложить сразу же, чтобы, так сказать, не заморачиваться. Раз, два, три. Так, мясо еще вот у нас. И анчоусы тоже считаются... Стоп, они считаются мясом, кстати? Они считаются морепродуктом. А, нет, анчоусы это тоже мясо, смотри, прикольно, прикольно. Так, и надо будет добавить еще оливки, сладкий перец, баклажан. Оливки, сладкий перец, баклажан. Прикольно, что мясо это и морепродукт, и... Ой, точнее, анчоус это и мясо, и морепродукт. Сладкий перец и баклажан. Вроде бы все идеально сделано, кажется. Вроде бы как. И грибы? Половина с мясом. Да, да. Вроде бы как все просто супер. Надеюсь, что нигде не затупился. Раз, две, три. Готово. Держите, мистер. Пожалуйста. Неужели я где-то... Ребят, пишите в комменты, если вот вы уловили, где я ошибся, потому что я вроде бы все сделал правильно. Половина с оливками, половина с луком. Насколько я понимаю, ну, вроде бы все было сделано идеально, но чаевые я не получил. То есть, судя по всему, ошибка была, но не критическая, потому что если бы она была критическая, то мне бы возврат сделали. Оливки и лук. Поэтому... Сложно сказать, из-за чего именно так сложилось, но ладно уж, что есть, то есть. Главное, что мы ничего не потеряли. Мы, конечно, ничего и не получили, надо сказать, справедливости ради. Но и не потеряли тоже. Слушайте, я даже думаю, что, наверное, на следующий видос надо будет купить пшеничное тесто, чтобы не только как бы продвигаться по вот этой сюжетке новой, но еще и продвигаться по основной сюжетке, чтобы не тормозить с ней. Просто хочу анчоусы на лепешке. Хорошо, не вопрос. Время еще есть, так что не беспокоимся за нашу заготовочку, она у нас с вами остается пока что. Анчоусы положить на лепешку, это дело простое. Конечно, и денег мы за это немного получим, но хотя бы так. Давайте я, наверное, еще одну заготовку сделаю, пока есть возможность. Потому что сейчас это вроде бы легко сделать, а сэкономит нам какое-то количество времени. А главное, что и чаевых добавят. Так что почему бы и нет? Так, хорошо, раскладочка такая себе, но... Ух ты, $2, кстати, это больше, чем я думал. Это вполне норм, мне нравится. Так, здесь за рыбной, ноль разрезов на всех из них. Ох, ё-моё, вот это я понимаю. Вот это заказ, так заказ, плюс 30 баксов сразу, это замечательно. Рыбная. Ну, я думаю, что мы все понимаем, что это значит. А именно три анчоусные. Сразу отправляю одну в печку для того, чтобы она уже запеклась. И, соответственно, следующую мне было бы быстрее делать. Раз, два, три. Сразу отправляю. Можно было бы одну достать на самом деле сейчас, потому что это
наверное, сэкономило бы нам времени немножко, но не критично. Главное, что у нас уже были заготовочки. Я думаю, что все хорошо будет. Раз. Это два. Это три. Найс. Шикарно. Я считаю абсолютно, друзья, шикарно. Три пиццы — это всегда замечательнейший заказ. Ну и у нас уже хватает на то, чтобы купить пшеничное тесто. Это просто супер. Даже... $3? Ноль разрезов! Блин, почему же я такой невнимательный? Ноль разрезов! Грибы с сосисками идут на вечеринку, сыр не пригласили. О, я потерял столько чаевых, наверное, $4 потерял сейчас на вот такой тупости. Ладно, грибы с сосисками идут на вечеринку, сыр не пригласили. Грибы с сосисками. Ой, блин, вот это обидно, конечно. Мы и время потеряли, пока резали, и еще и чаевые потеряли. Это, конечно, ужасно. Ну, не прям уж критично, конечно, просто супер неприятно. Ладно, я думаю, что мы уже следующий заказ не успеем получить, поэтому я два раза ее в печку пропущу все-таки, как здесь и написано, темная корка. Потому что, хотя, может быть, даже и успел бы. Ну да ладно, в принципе, пофиг. Не так уж это и важно. Главное, что мы все равно с вами заработали на пшеничное тесто на следующий видос. Поэтому это самое основное. Раз, два, три. Готово. Вроде бы все правильно. Вроде бы нигде не налажал. Держи. 2,79. Замечательно. Минус 5 баксов сейчас отдадим за аренду. И мы с вами, в общем-то, в нормальном таком плюсике. 40 баксов пойдет. Ну что, друзья, на сегодня, пожалуйста, все. Не забывайте ставить лайк, не забывайте подписываться на канал, писать комментарии. В следующем видео нас ждет пшеничное тесто и продолжение романтической истории. Поэтому жду вас у себя в комментариях. И до скорой встречи, дорогие друзья. Пока-пока.